Золотой фестиваль – одно из самых масштабных мероприятий этого лета, которое объединило несколько тысяч колымчан и гостей региона. В этот день в этнопарке Дюкча работали десятки тематических площадок. Для гостей праздника подготовили выставки, мастер-классы и фотозоны. Главным событием, конечно, стал старательский фарт. Добрый день, уважаемые магаданцы! Добрый день, гости старательского фарта Золотого фестиваля 7-го чемпионата по промывке россыпного золота. Дайте шуму, покажите, что вы нас слышите. Вы помните то, с чего мы начинали? Первый, когда проводили старательский фарт. Практически было пустое место, руины. Сейчас мы видим прекрасный парк. Это делается все с уважением к жителям, с уважением к магаданцам. Я сегодня с большим удовольствием хотел бы взять и предоставить слово человеку, который поддерживает магаданцев, который развивает нашу область. Человек, который стал настоящим нашим земляком, патриотом и нашему губернатору Сергею Константиновичу Носову. Аплодисменты, друзья! Дорогие магаданцы, гости нашего региона, я поздравляю всех с этим праздником, золотым фестивалем, золотым фартом. Вы знаете, в нелегком старательском труде удача никогда не помешает. Да и вообще, здесь проживая на Колыме, что рыбаки, что золотодобытчики, всегда вспоминают об удаче. Сегодня, я думаю, победит и сильнейший, но и удачливейший. Поэтому всем хорошего настроения, успехов, радости по жизни. Ну и пусть победит все-таки сильнейший и удачливый. Шанс испытать удачу выпал 70 счастливчикам. Заявок на старательский фарт было гораздо больше – 282. В честь юбилея Магаданской области организаторы увеличили количество участников. В прошлом году их было 60. Выросло и число претендентов на главный приз из других регионов. 18 из них получили возможность попробовать себя в старательском мастерстве. Их задача – за 15 минут намыть как можно больше золота. Итак, друзья, давайте посчитаем вместе. С 5 до 1 начинает считать весь солнечный Магадан. 3-4 начинаем. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Ждал, почему приехал в Магадан, обратно возвратился, для того, чтобы участвовать. А, о, 3 минуты, да? Сейчас. Сколько у нас осталось времени? Ну, около 2 минут, даже меньше, наверное. Золото. Видите? Отлично. Ну, только я его не достану, наверное, утоплю, потому что у меня опыта нет. Была бы у меня новая жизнь, я бы ее, наверное, геологии бы посвятил. Вот. Так что это азарт вообще, да, хорошая вещь. Спина устает. А есть техника какая-то у вас? Да как бы подучили. Как шансы? А? Как шансы? Как вам как? Ну, конечно, рассчитываю победить, ну а там как получится. Шансы были бы хорошие, если бы я не волновался. Очень много ошибок делал, что волнуюсь. Прям иногда думаешь, что я сейчас делаю? 15 минут истекли, руки вверх, промывка завершена. Следующий этап тоже довольно жаркий – просушка золотого концентрата на костре. Участники делают это самостоятельно, затем отправляются на отдувку к специалистам, которые отделяют от песка драгоценный металл, а потом на взвешивание.
а тем временем дан второй старт. Первый раз решил поучаствовать в таких вот мероприятиях. Хочу 30 лет прожил на Колыме, ни разу не занимался такими делами. Как думаете, как перспектива-то у вас? Как перспектива? Насколько велики шансы ваши? Ноль. Не знаю. Хотят, говорят, кто первый раз, тем везет. Нужно всю жизнь не попробовать. Не зря же мы года не живем. Надо все попробовать. Поэтому решили с родственницей попробовать. Наш чемпион. Это фарт старательский, тут какая победа. Кому как попадет. Попадет золото, хорошо, не попадет. Ничего. А почему решили принять участие вы? Да так, вспомнить молодость. Вы уже мыли, да, золото? Ну так, когда-то. Я на участке просто, когда был начальником участка, приходилось опробовать, чтобы лишнего не перевскрыли, вот и все. Но это давно было. Это уже 25 лет в руках лоток не держал. Но, как оказалось, это не помеха. И сам, не веря в победу, Виктор Шадрин установил новый рекорд чемпионата. В Магаданской области впервые за 7 старательских фартов первый рекорд 6.49. Ваша премия 1 миллион рублей. Ура! Колыма – это самое лучшее место на планете. И люди здесь живущие – самые лучшие люди. Поэтому всем удачи желаю на будущее. И также победить, как я. Обладателем второго места и призов 700 тысяч рублей стала Татьяна Самсоненко из Иркутской области. А третье место занял Павел Колосов из Хабаровского края. Ему вручили 300 тысяч рублей. Без подарков не остались и гости фестиваля. На участие в лотерее «Счастливый зритель» подали заявки 2000 человек. Трое из них выиграли. Ольга Маркова и Евгений Шабалин по квадроциклу, Станислав Васин – автомобиль. По словам организаторов старательского фарта, в этом году мероприятие, как всегда, оправдала все ожидания. Ну, я считаю, во-первых, это привлекает с других регионов, со всей страны у нас людей в Магаданскую область. То есть они начинают познавать Магаданскую область, начинают понимать, что означает все-таки это не в магазине купить золото, да, это достаточно тяжелый труд. Поэтому надо понимать, что люди, которые этим занимаются, это на самом деле тяжелый труд, и надо это ценить. Ну и что самое главное, я считаю, что это обогащает в любом случае человека. Да, это появляется какой-то интерес. Ну и мы считаем, что в перспективе это достаточно интересный вид соревнования, который позволит вообще заинтересовать всех предприимчивых людей, да, именно участвовать в этом процессе у нас, вот, в нашем соревновании. И
как мы уже рассказывали, «Золотой фестиваль» объединил несколько мероприятий. Одно из них – первый гастрономический фестиваль, где свою продукцию представили 6 рестораторов и 4 производителя. По словам организаторов, все задуманное удалось воплотить в жизнь. На самом деле, я думаю, что на сегодня максимально все, что мы запланировали, все свершилось. Все участники смогли принять участие. В первую очередь, конечно, главное, не произошло технических форс-мажоров никаких. Я смотрю, ребята довозят продукцию, сохраняя ее сроки и правила хранения. Специалисты гастрозоны бегают с термосами туда-сюда. Значит, следовательно, продукция продается, и зритель, я думаю, что доволен. Сегодня представили достаточно необычные блюда. Это и сэндвич с семушкой, и различные чабаты, и там, лаваш с крабом запеченный. Ну и всеми любимая вареная кукуруза, морс, холодный чай. Погода благоволит нам, не только старателям, но и гастрофестивалю. Думаю, что все прошло здорово. В следующем году будем планировать увеличить количество участников, чтобы еще больше специалистов общественного питания и производителей могли представить свою продукцию на площадке. Больше нагрузка пришлась на гастрозону, где все-таки есть готовый продукт, но и ярмарка производителей местных тоже не пустует. В удачном месте она расположена, где в этом году угощают организаторы старательского фарта ухой и кашей. Конечно, те зрители, которые не дожидаются, приобретают мясную продукцию, рыбную. Ну, здорово, собственно, все при деле, все работают. Классный брендбук у нас получился, яркий и, на удивление, в цвет самого Золотого фестиваля, самого старательского фарта. И, конечно, насыщенная программа не оставила равнодушным ни одного гостя праздника. Ну, очень понравилось, все так энергично, вкусно и бесплатно. Все отлично, в следующем году будем принимать участие сами. Настолько все понравилось. Ну, знаете, во-первых, я здесь работаю, и потом, во-вторых, я здесь первый раз. Мне все понравилось. И замечательно, что Золотой фестиваль вместе с фестивалем гастрономическим совмещен. Это просто шикарно. И то, что такой день замечательный в любом случае. Так что все замечательно и хорошо. Побольше бы таких мероприятий в Магадане. Спасибо организаторам. Ну, я впервые на таком мероприятии, потому что приехала сюда только год назад, но очень понравилось. Очень масштабно, много людей, столько развлечений, еды, поэтому очень здорово, и погода отличная. И дети вот пробуют намыть золото, тоже очень интересно. Ну, мне больше всего понравилось на фестивале концерт и мороженое. В этом году старательский фарт прям набирает обороты, потому что помимо старательского фарта здесь еще проходит гастрономический фестиваль. Открылось, ну, очень много таких пунктов, как те же самые Интокио, Бутербро. Очень-очень хорошее мероприятие, и хотелось бы, чтобы с каждым годом мероприятие становилось только лучше и лучше. Ну, конечно, мощно, стильно, здорово. Я считаю, что здесь весь город собрался. Мероприятие очень достойное. Также в этот день для колымчан и гостей региона провели пешие, автобусные и велоэкскурсии, организовали интерактивную программу и концерт местных исполнителей и творческих коллективов.